понедельник в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода, дождь. Потеплеет. Днем температура будет от 4 до 10 градусов тепла, ночью 0-4. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь, гроза. Днем плюс 9 градусов, ночью минус 1. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, пройдет дождь. Днем плюс 5, ночью минус 1 градус. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре небольшая облачность, днем 4 градуса с плюсом, ночью нулевая температура. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.